лицемерие и предательство и их воздействие на стороне отдельных лиц. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге: «Аль-мунафикуна валь-мунафикату ба'духум мин ба'д, я'муруна биль-мункари ва янхауна аниль ма'руф, ва якбидуна айдияхум, насу Аллаха фанасияхум, иннал мунафикина хумуль фасикун». Лицемерие как мужчины, так и женщины совершенно одинаковые, призывают к порицаемому и отговаривают от одобряемого, а также удерживают свои руки от добрых дел. Они забыли Аллаха, и Он забыл о них. Воистину, лицемерие грешники. Сура Покаяние, аят 67. Я свидетельствую, что нет божества, кроме единого Аллаха, у которого нет сотоварища. И свидетельствую, что наш Господин, наш любимый, наш пророк Мухаммад, его раб и посланник, который в достоверном хадисе сказал: «Лицемера отличают три качества. Если он рассказывает о чем-нибудь, то лжет. Если обещает что-нибудь, то не сдерживает обещания. И если ему оказывают доверие, то он не оправдывает его». Да благословит Аллах пророка Мухаммада и его семейство, сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем. Нет никаких сомнений в том, что лицемерие является неизлечимым заболеванием и убийственной эпидемией, что способно погубить народов и общины. Это один из наиболее серьезных болезней сердца, который в состоянии уничтожить веру, сносить ее основы и разрушить ее столпы. Ведь это громадное социальное и моральное бедствие, которое угрожает безопасности и стабильности общества. Оно создает такую опасность, которая превышает безбожие и многобожие, ибо данная болезнь, если распространяется в теле нации, то причиняет омертвление ее кости и сеет семена раздора среди всех. Кроме того, предательство и измена представляют собой наиболее серьезная угроза существованию государств на протяжении всей истории, которая свидетельствует, что разрывание, разрушение или исчезновение государств происходит по причине внутренних факторов, а также предатели и наемники играют в этих процессах большую роль в ущерб интересам Отечества. Поистине, опасности, которые изнутри угрожают государствам, всегда гораздо больше и серьезнее, чем внешние. Между тем, мы должны знать, что лицемерие бывает двух типов – великое лицемерие и малое лицемерие. Так, первый тип – великое лицемерие – считается самым опасным. Это лицемерие, связанное с вероубеждением, при котором человек показывает ислам и скрывает неверие. Этот тип отведет лицемера в вечный ад, в самую исподнюю глубину огня. А второй тип, малое лицемерие, считается практическим притворством. Это лицемерие, связанное с поведенческим отклонением, при котором человек показывает праведность и скрывает непристойность. Этот тип не вводит в неверие, однако ведет к великому лицемерию, пока человек не покаялся в этом грехе. В священном Коране и чистой Сунне пророка рассказывается о лицемерах, их качествах, нравах и каверзах, которые никак не изменились на любых пространствах с течением времени. Среди наиболее важных из этих известных лицемерам признаков – ложь, нарушение обещания, вероломство и беззаконие в случае возникновения расхождения с кем-либо. Это одни из самых уродливых качеств лицемеров, которые пророк мир ему благословение Аллаха назвал. А также, по словам пророка Мухаммада, мир ему благословение Аллаха, эти качества входят в состав практического лицемерия. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Отличающийся четырьмя качествами является лицемером в полном смысле этого слова, а тот, кому присуще хотя бы одно из этих качеств, будет обладать одним из качеств лицемерия до тех пор, пока не избавится от него».
Подобные качества присущи тому, кто предает, когда ему доверяются, льет, когда рассказывает о чем-либо, поступает вероломно, заключив договор и действует незаконно в случае возникновения расхождения с кем-либо. Таким образом, кто обладает одним из таких качеств или ими всеми, считается лицемером. Причем эти качества наносят вред интересам нации и направлены на ее уничтожение. Мы так часто видим, что лицемер лжет другим, чтобы нечестно подтверждать праведность своих слов и дел. Всевышний Аллах сказал: «Вамин ан-наси ман юджибука каулуху фил хаяти ад-дунья, ва йушхиду Аллаха аля ма фи кальбихи, ва хуа аладдул хисам». Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам является непримиримым спорщиком. Сура Корова, аят 204. Более того, в священном Коране лицемерие, обман и вероломство всегда упоминаются в сочетании с ложью. Всевышний Аллах сказал: «Юхадиун Аллаха валлазина аману, вама яхдауна илля анфусахум вама яшурун». «Фи кулубихим марадун фазадахум Аллаху марада, валахум азабун алимун бима кану якзибун». Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя и не осознают этого. Их сердца поражены недугом, да усилит Аллах их недуг. Им уготованы мучительные страдания за то, что они лгали. Сура Корова, аяты 9 и 10. Пророк, мир ему благословение Аллаха, предостерегает от лжи, указывая на его последствия, говоря: «Остерегать с лжи, поистине, ложь ведет к согрешению, а согрешение ведет в ад. Если человек непрестанно лжет и придерживается лжи, то у Аллаха будет записано, что он лжец». А также передается, что у посланника Аллаха, да благословить его Аллаха приветствует, спросили: «Может ли мусульманин быть трусливым?» Он ответил, что может. Далее спросили: «Может ли мусульманин быть скупым?» «Да, может», — отвечал пророк, мир ему благословение Аллаха. И, наконец, его спросили: «Может ли мусульманин быть лжецом?» Пророк, да благословить его Аллах и приветствует, ответил: «Нет, никогда». Тем более Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, поведал: «Истина – преданность, а ложь – предательство». Тем самым измена и предательство неизбежно разрывают узы любви и причиняют взаимную злобу, что влечет за собой разногласия и раздор, а также разложение отношений. Пророк, мир ему благословение Аллаха, пояснили, что вероломство приносит позор и бесчестие. Он, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Когда в день воскрешения Аллах соберет первых и последних, то для каждого предателя будет поднято знамя, и будет сказано: это за предательство такого-то, сына такого-то». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: «В судний день я буду противником троих: человека, пообещавшего моим именем, а затем поступившего вероломно, человека, продавшего в рабство свободного человека и проевшего полученные за него деньги, и человека, нанявшего работника, потребовавшего от него выполнения работы сполна, но не заплатившего ему того, что тот заработал». Между прочим, один из самых опасных видов измены состоит в измене родины и ее продаж за ничтожную цену и мимолетние мирские услады, так как поступают экстремистские группы, их сторонники и последователи. Ислам предостерегал от некоторых предосудительных качеств, в том числе беззаконие в случае возникновения расхождения с кем-либо, что включает в себя все виды зол и основы порицаемых дел. Такое качество ведет человека по пути отклонения от истинности, измешивая правильные и неправильные деяния.
Всевышний Аллах назвал беззаконие при расхождениях непримиримостью. Всевышний Аллах сказал: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам является непримиримым спорщиком. Сура Корова, аят 204. Передается слово Айши, да будет доволен ей Аллах, что посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Поистине, самым ненавистным из людей для Аллаха является непримиримый в спорах человек». Лицемер – это человек двуличный. Однако мы видим, что лицемеры в наше время превысили все пределы и стали обладать тысячами лицами. Такие люди являются самыми злыми. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «И увидите вы, что худшим из людей является двуличный, который к одним приходит с одним лицом, а к другим с другим». Среди признаков, которые имеет лицемерие, распространение нечестия на земле с притязанием установления порядка. Всевышний Аллах сказал: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Когда им говорят: не распространяйте нечестие на земле, они отвечают: только мы и устанавливаем порядок. Воистину, именно они распространяют нечестие, но они не осознают этого. Сура Корова, аяты 11 и 12. При этом распространение нечестия на земле имеет несколько видов, в том числе распространение беспокойствия и ослабление душ у искренних правоверных. Всевышний Аллах сказал: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Если бы они выступили в походе вместе с вами, то не прибавили бы вам ничего, кроме беспорядка, торопливо ходили бы между вами и сеяли бы между вами смуту. Среди вас найдутся такие, которые станут прислушиваться к ним. Аллах знает беззаконных. Сура Покаяния, аят 47. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. И они говорили: не отправляйтесь в поход в такую жару. Скажи: огонь Генни еще жарче, если бы они только понимали. Сура Покаяния, аят 81. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا. Аллах знает тех из вас, которые отвращают людей от участия в войне, и тех, которые говорят своим братьям: идите к нам. Они принимают в войне ничтожное участие. Сура Сунми, аят 18. Одним из видов распространения нечестия является уменьшение людям их вещей и их презрение. Всевышний Аллах сказал: وَلَا تَبَخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Не придерживайте имущество людей и не распространяйте на земле нечестие. Сура Худ, аят 85. Другой вид распространения нечестия – это вандализм и жестокое разрушение, убийство невинных людей, запугивание мирного населения, замедление интересов, отсутствие ответственности, взяточничество, кумовство и несправедливое пожирание чужого имущества. Из признаков лицемерия – лень в исполнении религиозных обязанностей и притворство при их совершении, в особенности при совершении намаза, который является самым честным и наилучшим исламским обрядом. Всевышний Аллах сказал: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Воистину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха,
но это он обманывает их. Когда они встают на намаз, то встают неохотно, показывая себя перед людьми и поминая Аллаха лишь немного. Сура женщины, аят 142. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Тому, чтобы их пожертвования были приняты, мешает только то, что они не веруют в Аллаха и Его посланника, лениво совершают намаз и не хотят делать пожертвования. Сура Покаяния, аят 54. Кроме этого, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Наиболее тяжкие для лицемеров вечерние и рассветные намазы, но если бы они знали, что они могут приобрести, то являлись бы на них даже ползком». А также со слов Джабира ибн Абдуллаха, да будет доволен им Аллах, сообщается: «Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует Высший, или сказал: «О люди! Вам следует отстригаться скрытого ширка». Люди спросили: «О посланник Аллаха, а что такое скрытый ширк?» Он ответил: «Это когда человек встает и совершает молитву, и усердно украшает свою молитву из-за того, что на него смотрят люди. Это и есть скрытый ширк». Вот что я хотел бы сказать. Я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину всех людей, пророку Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до судного дня. О мои братья в исламе! Из признаков лицемерия – заключение союза с врагами и соглашение с ними против религии и родины посредством шпионажа, государственной измены, передачи вести и информации и раскрытия секретов Отечества. Ведь лицемер – верный агент врагов своей родины, который борется против интересов родных и соседей. Всевышний Аллах сказал: «Фатара ллазина фи кулубихим марадум юсариуна фихим, якулуна нахша ан тусибана даира». فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Ты видишь, что те, чьи сердца поражены недугом, поспешают среди них и говорят: «Мы боимся, что нас постигнет беда». Но может быть, Аллах явится с победой или своим повелением, и тогда они станут сожалеть о том, что утаивали в себе. Сура Трапеза, аят 52. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. Воистину, среди вас есть такой, который задержится. Если вас постигнет несчастье, то он скажет: «Аллах оказал мне милостью, что я не присутствовал рядом с ними». Если же вас постигнет милость от Аллаха, то он непременно скажет, словно между ним и вами никогда не было никакой дружбы, вот если бы я был вместе с ними и добился великого успеха. Сура женщины, аяты 72 и 73. Итак, лицемер радуется, если родина и соотечественники поражены злом, смутой, неизлечимым заболеванием или разгромом. Всевышний Аллах сказал: «Ин тамсаскум хасанатун тасухум, ва ин тусибикум сайиатун яфраху биха, ва ин тасбиру ва таттаку, ла ядуррукум кайдухум шайа, инна Аллаха бима яамалуна мухит». Если с вами случается доброе, это огорчает их. Если же вас постигает несчастье, они радуются. Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то их козни не причинят вам никакого вреда. Воистину, Аллах объемлет все, что они совершают. Сура семейства Имрана, аят 120. Тем не менее,
Новые лицемеры включили в такие качества, как ложь, измена, вероломство, нарушение обещаний и заветов, подстрекательство общественного мнения и предательство религии, новые разновидности обмана, включая прежде всего злоупотребление религией, таким образом, чтобы достичь интересов групп, желающих эксплуатировать религию, для того, чтобы прийти к власти под видом формальной и политической религиозности различного типа. Следовательно, они стремятся завладеть для себя верой и отрицать такую веру у других, с тем, чтобы обеспечить законное прикрытие для своей работы. Между тем, Всемогущий Аллах пообещал, что разгневается на таких людей в мирской и последней жизни, и их постигнут превратности судьбы, а такие интриги, которые они планируют с тем, чтобы мусульмане попали в затруднения, сойдут на нет. Всевышний Аллах сказал: «Валя яхиюкуль макру сайю илля би ахли», но злое ухищрение окружает или поражает только тех, кто творит зло. Сура Ангелий, аят 43. Всемогущий Аллах наказал владельцев великого лицемерия самыми крупными колебаниями и отсутствием стабильности, беспокойством и паникой в любых обстоятельствах. Всевышний Аллах сказал: «Мудзабзабина байна залика ла илаха уля и ва ла илаха уля, ва ман юдлил Аллаху фалан таджида лаху сабила». Они колеблются между этим, верой и неверием, но не принадлежат ни к тем, ни к другим. Для того, кого Аллах вводит в заблуждение, ты уже не найдешь дороги. Сура Женщины, аят 143. «Яхсабуна кулла сайхатин алейхим, хуму л'адуу фахдархум, каталахум Аллаху анна юфакун». Всякий крик они считают обращенным против них. Они являются врагами, остерегайся же их, да погубит их Аллах. До чего же они отвращены от истины? Сура Лицемерие, аят 4. Кроме того, Аллах отвратил их сердца от хорошего понимания слов Всевышнего Аллаха и его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, так что до их сердец не доходит верное руководство, и в них не проникает добро. Всевышний Аллах сказал: «Далика би аннахум аману сумма кафару, фатубиа аля кулубихим фахум ла яфкахун». Это потому, что они уверовали, а затем стали неверующими. Затем их сердца были запечатаны, и теперь они не разумеют. Сура Лицемерие, аят 3. А насчет наказания в последней жизни Всевышний Аллах пояснил: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Среди бедуинов, которые живут вокруг вас, а также среди жителей Медины, есть лицемеры. Они упорствуют в лицемерии, но ты не знаешь их, мы же знаем их. И подвергнем их мучениям дважды, а затем они будут возвращены в великие мучения. Сура Покаяние, аят 101. Таким образом, первое наказание бывает в этом мире, второе мучение в могиле и величайшее страдание в будущей жизни, когда Всемогущий собирает лицемеров вместе с теми, кто похож на них, в огне. Всевышний Аллах сказал: «Инна Аллаха джами'у л-мунафикина валь-кафирина фи джаханнама джами'а». Воистину, Аллах соберет вместе всех лицемеров и неверующих в гиенны. Сура Женщины, аят 140. «Инна л-мунафикина фи д-дарки л-асфали мин ан-нари ва лан таджида лахум насира, илля л-лазина табу ва аслаху ва атасаму биллахи ва ахласу динахум лиллах». فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Воистину, лицемеры окажутся на нижайшей ступени огня, и ты не найдешь для них помощника, если только они не раскаются и исправят содеянное, крепко ухватятся за Аллаха и очистят свою веру перед Аллахом. Такие окажутся вместе с верующими, а вид Аллаха дарит верующих великой наградой. Сура Женщины, аяты
145 и 146. Чтобы защитить страны и сохранить их целостность, прочность и безопасность, бдительные глаза верных и искренних соотечественников должны быть крайне внимательными как отдельных лиц, так и учреждений, а также необходимо, чтобы все честные граждане приложили совместные усилия с целью искоренить преступных предателей, изменников и агентов врагов. Надо так вести себя с теми, чтобы их разоблачить и сильно наказать, а также сохранить нашу религию, родину, честь, жизнь, будущее нашей страны и наших детей. И прежде всего, для удовлетворения нашего Господа, защиты наших стран от всех факторов разрушения таких государств, которые проявляли равнодушие и небрежность в борьбе против предателей и изменников, думая, что это легкий вопрос, однако действительность доказала обратное. О Аллах, очисти наши сердца от лицемерия, очисти наши глаза от измены, очисти наши языки от лжи. О Аллах, защити Египет и его народ.